Привет всем! Сегодня с вами мы вырвались на ставок половить щуку на силиконовые приманки и на воблеры. Что получится с этого, мы обязательно отснимем, если что-то поймаем, и покажем. Ванек заловил щупака. А, он видит даже за язык. Угу. Хопача. Огонь. Вот такая вот щучечка. На силикончик. Трехдюймовую. Виброворм. Crazy fish. Моя первая щука в этом году. Вот такая вот девочка. Цифры красным горят, она, глянь. Отлично. Вот она, рыба моей мечты. Поклевка. Вот такого песика камеру не успел включить вовремя. Шнурок. Вот такие какие-то водоросли тут водятся шариками. И вот такой щупачок. Боксер щупачок. Плыви. Нормально выпустил я его, да? На камеру? Да. Задрот, я тебя прям здесь, я буду пытать. Как ты ее отпускаешь? То, блин, какую мелочь забираешь. А теперь будут писать, как ты ее отпустил. Она же могла разбиться. Сейчас перейдем на вот это. Там какой-то поплавок забросили. О, Ваню поймал. А я снимаю нормально. По счетику я подошел.
симбиоз. Червячок. Хвосты подкусывало, так два силикона спаяли. Лаки Джон. Ой, какие Лаки Джон? Крэзи Фиши и Фанатик. На такого червяка. Решил я ее обмануть, щучку эту, и сделал каролинскую оснастку. И вот такие песики начали ловиться. Мелочь, но приятно. На каролиночку. Вот такой вот малыш. Давай. Плыви, бульк. На тиогу зелененькую, двухдюймовую. Флюрик сантиметров 20, скользящий грузик и порядок. Третий заброс на эту оснасточку и поклевка. Попробуем еще. Крупная щука, походу, уже ушла на нерест, а мелочь-то не нерестится. Она кушает. О, есть! Рыбка. Неплохая, походу. Самая крупная за сегодня. Отличненько. А, она с травой была. Нифига, она не крупная. Такой же самый шнурок. Вот вам и Каролина. О, есть. Обратно с травой, что ли? Ага. Еще один брат тела. Опа-джа. Очередная поклевка на супер снасть. Супер монстр. Суперская рыбешка. Вот такая вот сегодня ловится у меня рыба. Смешно, конечно. Давай, малыш. Беги, Форест, беги. Работает. Пири-пири. Да. А здесь практически не выпадает.
кстати, схватила тоже такая самая, какие-то, что я отпустил. О! Это такая же. А не, покрупнее чуть-чуть. Ну, может, и такая же. Идя. Подруга, ночь нам не до сна. Так вот. Вот она. Фу. Рыба моей мечты. Ясь. Лови, малышка. Что с ней течет? Люди пришли, гуляют. Местные аборигены. Очередной. Пистолет. Смотрите, что Ваня делает. Тоже себе такую фигню делает. Что сделал? Уже сделал? Ай, сейчас я отпущу, малыш. Ножицы. Классные ножницы. За 30 шо взял в серебряном ручье. Да. Чтоб колечки снимать. И ножницы для плетенки. Можно их вешать на петелечку, на пиджачок. Вот такие вот. Острые очень даже. Они у меня уже третий сезон. Да, подбрасывают вот и все. Положим их в рюкзак. Не потерять. Под берегом стоят щупаки. Полотенце не взяли. Плохо, конечно. Две проводки, две поклевки. Одна щука. Ну, опа. Смотрите. Работает хрень. И боксер. Конечно, жалко. Спасай ее, Ванек. За палец укусила. Она меня укусила. Зараза. Вот то, блин. Подруга, блин. Свершилось чудо. Багранул я окуня. Довольно-таки неплохого. Опа. Угу. Сейчас будем фоткаться с ним, с этим окунем. Да. Монстр. Да? Но я его забагрил. Сейчас фотографируюсь и выпущу его. Давай, Ванек, так. Фоткаешь? О, в прямом эфире. Ванька щупачок. Да. Веселая. Хороший окунь.
все, мы сфотографировались с этим окунем. Сейчас я его отпущу на камеру, чтобы никто не сказал, что его забрал. Что ты, братишка? О. С икрой, наверное, икряной. Окуниха была очередная. Проводили эксперимент с Ваней. Сегодня рулит у нас вот такой цвет, зеленый. Нет, не надо, я его только припаял. Вот. Пробовал я кислотничек, Ваня он ловит на боксерчика, у него поклевок мало. На этого мистера Тиого ловится исправно. Поклевки идут постоянно. Так что еще сейчас пробуем. Мелкая, но клюет. Все, закончили нашу рыбалку мы. Отрыбачили мы сегодня очень здорово. Много рыбы поймали. Всю мы рыбу отпустили. Сегодня мы были гринписом. Очень много мелкой щуки наловили. Крупной рыбы мы не поймали, извините. Потому что она пошла на нерест. По всему, видимо. Потому что очень ходором ходят камыши. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Пишите комментарии. Добавляйтесь к нам в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал. Все, всего доброго. Пока. Вот здесь мы сегодня рыбачили. На этом ставке. Интересный ставок. Очень много мелкой щуки здесь. Крупную мы не поймали. Но ничего страшного. Все, будем собираться, ехать домой. Пока-пока.